Всем доброго утра. Сегодня просто замечательный день, 21 декабря. У меня сегодня такое хорошее настроение. Дети в садике, в школе. Мы с мужем проснулись. Сейчас будем завтракать. Сегодня на завтрак у нас шаурма. Сейчас будем пробовать. У нас на улице продолжается зима. Идет снег. Правда, 0 градусов, немножко тает на дороге, но прям очень сильный снегопад, сугробы все больше и больше, он прям видно, как машина завалила снегом. Вот такая красивая зима. Сегодня нужно поделать домашние дела, застелить постель, пропылесосить пол, ну это сделает робот-пылесос. Еще у меня накопились вещи, нужно обязательно их погладить. Кто со мной, присоединяйтесь. Я все погладила. Тут Василисины вещи, Ванины вещи и мои вещи с мужем. Вообще, я не все вещи глажу, которые стираю. Я глажу только те, которые мятые. Которые не мятые или домашние вещи, я их не глажу, оставляю такими. А еще, пока я гладила, я подумала, что мне нужно снять чехол и постирать. Надеюсь, он стирается, что-то он совсем грязный. Мы поехали за Ванюшей в садик. Нужно отвезти подарки, которые купила деткам на утренник. Ну, я уже говорила, что родительский комитет в садике. Нужно отвезти их, потому что завтра утром в садике будет утренник. У нас на утреннике теперь пускают. Это будет первый утренник, когда мы придем к Ване на утренник, потому что до этого не пускали из-за этого ковида, из-за всех этих мер. Поэтому сейчас пускают, но с GQ-кодом. Поэтому мы завтра, скорее всего, будем на утреннике. Посмотрим, как Ваня рассказывает стишок. Он его учил, он такой молодец. Он какую-то еще песенку учил и какой-то танец. Они там на утреннике будут с гномиками. Поэтому мы придем, посмотрим, порадуемся за Ванюшу. Он так ждет, говорит: мамочка, ты же придешь в этот раз на утренник, вас же пустят, приходи, пожалуйста. Так прям просил, потому что он уже сколько раз были у них утренники, нас не пускали. Он прям очень сильно из-за этого расстраивался. Забрали Ванюшу в садика. У нас вот такая красота. Какая красивая рябина. Вообще. Такие большие-большие сугробы. Ваня, много снега? Клево, да? На горку кататься? Ну, не знаю, посмотрим, ладно? Мы приехали кататься на горке. Папа тащит Ваню. Такая прелесть. Вань, нравится? Да.
Круто! Еще пойдешь? Иди, Василиса сейчас прокатнись, пошли. Тяжело тебя тащить? Ой, ты сугроб. Весь снегу, да, Вань? А ты когда ехал ртом, снег ловил? Нет? Понятно. Вот такая у нас тут красота. Сказочный домик такой. Ага. Блин, зимой вообще, да, сказочно смотрится? Еще вот так бы эти гирлянды повесили. Вообще бы было классно. Ну, менять каждый год. Блин, так красиво, когда этот, видишь, огонечки, гирлянды повешены. Я тоже так хочу. Вот мы когда в дом переедем, весь дом украшусь вот так вот себе вот этим. Катались на горках, замерзли немножко, захотели кушать. Муж сказал, давай зайдем в Ермолино. Что-то купил. Сейчас посмотрим, что он купил. Так, пряники. Ну, это, наверное, попросил Ваня. Тут у нас что? Это хинкали. Это, я так понимаю, вареники с вишней. А это вареники с творогом. Наверное, сейчас сварим вареники, будем кушать. У меня вареники с вишней. Ванюша с папой с творогом. Всем спасибо, кто смотрит меня. Спасибо, что подписываетесь, что ставите лайки. Спасибо за то, что пишете комментарии. Всех обнимаю, всех целую. Пока-пока.